Добрый день. 31 мая в городе Рейкьявике будут проводиться муниципальные выборы. Те люди, которые прожили в городе Рейкьявике 5 лет, имеют право на принятие участия. В эту субботу в здании ИНО в 2 часа состоится собрание, и для тех людей, у которых есть какие-то вопросы или им интересна информация об этих выборах, могут прийти на это собрание. Для более дополнительной информации вы можете посетить интернет-страничку kostnik.is. Спасибо.